Давайте разберем на примере 16-клапанного двигателя Гранта. При заведенном двигателе откручиваем крышку. Она не должна подпрыгивать. То есть, если даже вы вот поднесете руку, он как пылесос немного даже засасывает. Крышку должно засасывать. Это говорит о том, что поршневая не изношена и в картере не создается избыточного давления. Далее глушим двигатель. Теперь вытаскиваем щуп. Вот на щупе масло должно быть коричневое, и если вы его будете растирать между пальцев, вот эта масляная пленка должна сохраняться долго, и самое важное, не должно быть сажи и не должно чувствоваться вот этой вот шероховатости. То есть, если масло чистое и нет шероховатости, нету сажи, между пальцами вы не ощущаете сажу, то значит вот поршневая тоже в хорошем состоянии, ничего там не изношено, никаких крошек, ничего нету. И снова вернемся к крышке. Вот здесь вот тоже пальцами потрите. Не должно быть никакого следов сажи. Все должно быть чисто. Теперь пойдем к задней части автомобиля. Теперь добираемся до глушителя. Совываем туда палец и лозим вот так вот. Он должен быть вот такой чистенький. Если вы почувствуете, что там есть масло, это значит двигателю трындец. И не должно быть пушистого нагара, пушистой сажи. Он чуть-чуть заморался, это нормально. Еще один момент. При заглушенном двигателе отсюда не должно быть синего дымка. И попробуйте, понюхайте. То есть не должно пахнуть ничем горелым. Если после продолжительной поездки отсюда пойдет масляный пар, то это нормально. Это приветствуется, это хорошо. Но ни в коем случае никакого дыма, никакой запахи гари не должно быть. На этом все. Вот такими простыми способами вы быстро, самостоятельно можете определить износ двигателя.